Всем привет, ребят. Ну что, сегодня у нас дальнейшая прокачка судьбы. Идем на 500 силы. Сегодня мы будем качать локацию вот такой вот бесплодные пески. Она называется у нас на русском. Здесь Барен Сенс. Вот такие вот герои. Герои действительно неплохие. Тесса, прототип черепа. Ну, Рино сам по себе. Просто офигеннейший герой, тоже усиление ему неплохо дает прибавку. Анубис, конечно же, тоже, как и Рину, смерть. Ну, честно говоря, вы ее будете мало использовать, хотя альтернативу Анубису на подземке тоже уже не раз показывал. Ну и плюс фараон. Ну, самое основное, ребят, это вот чудо, это бочка, у которой на 12-м скилле появляется ограничение урона, как у Фрейя, например, либо Огнекрыла. 25 тысяч, потом, по-моему, 20 на 12-ке. Бочка у меня уже прокачана, поехали. С Тесса начнем. Сейчас мы ее немножко подкачаем. Посмотрим ее скилл. Тесса, в принципе, это тот же самый Анубис, немножко по-другому реализировано на действие его умения. Ну, тоже есть ограничения, неплохой урон, скорость атаки, в общем, неплохой герой, единственное, живы не хватает. На 11-12 скилле неплохая прибавка к атаке и шансу крита, что дает дополнительные, скажем так, возможности героя нормально тащить. Ну и плюс статки, которые тоже усиливают любого героя. Например, гарнизон стал намного круче, когда я подкачал. Так, отлично. Неплохо. После битвы гильдии хоть золото можно фармить свободно. Так. В принципе, судьба довольно-таки неплохая. Есть Анубис, которому однозначно надо усиление. Рину, который тоже с усилением смотрится совсем по-другому. Ну, про бочку я даже говорить не буду. Бочку вы и так видели в действии. Прохожу кошмарки. Танкую. Мега офигенный танк получился у нас. Так, окей, поехали. Сейчас посмотрим, покажу точнее вам, что прибавится. Было 3003, если не ошибаюсь. Где-то 400-435, по-моему, прибавка. Так, есть. Поехали, посмотрим на героя. Тоже все-таки поменялось. Скоро придется уже сливать гарнизон. Так, ну где там она? Вот она. Как видите, увеличение атаки на 30% и крит, шанс крита 35 на 10 секунд, кулдаун 12, вот так вот. Ну и плюс базовые там статы увеличились. Я считаю, довольно-таки неплохая прибавка. Так, окей, фармим дальше. Там у нас следующий по списку Рину. Ну, Рину, в принципе, вы знаете, где его использовать. Очень интересный герой. Особенно для PvP режима. Забирает энергию, наносит офигеннейший урон. Ну, в принципе, как и многие последние герои. Плюс себя отхиливает. В общем, при правильной сборке очень много может принести хлопот противнику. Так, поехали.
Как видите, до 500к, думаю, мы где-то дойдем. Но дальше варианты только это докачать некоторые локации, и придется сливать все-таки, чтобы выходить в топ. Кучу героев я качать все-таки ронинов, так как они на сегодня больше всего силы дают прибавку. Таким составом хотя бы удобно фармить золото быстро, по крайней мере. Так, отличненько. Зачем я, в принципе, рину трачу? Можно и так. За КГшки качать здесь. Вдруг когда-то будут дальше эволюция. Что не исключено. Так, окей. Ну что, поехали дальше. Следующий у нас на очереди Анубис. Ну, Урину, там, в принципе, базовые статы, я говорил, увеличиваются базовые показатели атаки. Анубиса, в принципе, все то же самое, то есть немножко усиление его базовых характеристик, то есть базовых характеристик скилла, увеличение процентуального там урона, дополнительных каких-то функций нету, ну и этого хватает, так как при прокачке вы получаете неплохие статки, то в дальнейшем, скажем так, вам очень и очень поможет. Слили бедненькую Махатму. Так, ну сейчас быстренько минуса докачаем. Минуса докачаем. Сам уже жду Минотавра в обнове. Очень интересно посмотреть, что же все-таки ему добавят. Количество целей, либо урон. Либо какой-то вообще беспонтовый бонус. Такое тоже зачастую бывает. Блин, жесть, одни и те же попадаются. Просто не на ком заработать очки себе. Точнее, подфармить. Туплю уже.
Так, качаем Анубиса. Как видите, этот процесс тоже очень длительный. Нету кнопочки, что раз нажал и все. Так, окей, отлично. Анубис у нас есть. Смерть и пара. Надеюсь, мы сейчас их быстренько начнем. Так, отличненько, поехали. Ну, для смерти тоже, в принципе, если у вас есть Анубис, нету смысла качать, если есть Анубис. Точнее, если нету Анубиса, есть смысл, если нет, нету Анубиса, есть. Короче, в общем, я уже запутался, ребят. Реально хочу просто тупо отвалиться спать, но уже допишу этот видос. Расскажу уже до конца, но просто рубит. Надо отдыхать. От битвы замков. Такс. Что там у нас? Что там у нас? Смерть. 7 вражеских героев. 285% восстанавливает жизнь. 15% от атаки. Окей. Себе одна смерть осталась, вы что, издеваетесь? Так, ну на финишной прямой было 7 целей, и в принципе урон неплохой. Ну вы сами по себе знаете, что с момента без кулдауна, поэтому этот герой реально при любой прокачке на крит будет очень офигенно там дамажить на урон. Единственный минус — мало жизни, и с этим надо всегда как-то бороться. Так, окей. Смотрим на героя остатки. Скина пока, к сожалению, нет. 345, 9%. 340, точнее, 9%. Вот так вот и восстанавливает 22. Ну, уже явно получше, чем было. Так, ну что, качаем последнего героя с этой серии.
Так, ну что, кто там у нас сегодня последний? Это фара. Ну, фара я уже показывал тоже. У него идет увеличение урона. То есть сопротивляемость вражеских героев. Там тоже кулдаун неплохой, но в принципе. Понижение сопротивления. Это очень кайфово, особенно на архидемоне. Ну, вы вряд ли будете фару использовать на архи, так как есть химка и куча других героев, которые более востребованы и получше смотрятся. Жесть, просто одни расстановки с этими крылами. Не пофармить даже толком этого золота. Ай, ладно, берем старый проверенный способ. Ну, 495 тысяч. Неплохой результат. В общем, ребят, вот такая вот судьба. Ну, не знаю, с этих героев Тасса, возможно, кто-то еще использует. Анубиса и Рину однозначно используют. Поэтому два первых таких на прокачку. Всех остальных там в плане нужды, либо очередности какой-то. То есть там особо не ваш аккаунт. Точнее, на игру вашего аккаунта никак не повлияет. Все, пишите комменты, подписывайтесь, как обычно, лайки, репостики. Всем удачи, всем пока.